Ayvah. Ya. Hah? Kata kan 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 kan. Cukup cukup mana mana. Off 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 apa? Mm-hmm. Apa apa? Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Это ваш внук? Этот ребенок просто без родителей. Ты, сынок, зря встал. Рана может открыться. Идти мне надо, отец. Идти надо. Если надо идти, иди. Главное, чтоб там тебя ждали. Куда ты хочешь попасть? Иншаллах, ждут. Очень ждут. Иди. Спасибо вам большое за все. Да хранит вас Аллах и вашу семью. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. Как ситуация? Ты почему здесь? Решила заехать до работы. Так сказать, частный визит. Но пока так же, тишина. Мой источник сказал, что они сели в машину. Хорошо, но пока они не подключатся к спутнику, я их не увижу. Ясно. На работу не опоздаешь? Иржан, а что, если американцы были правы, и у нас завелся крот? Ты уверен в Курлан? К чему вопрос? Она долгое время была у боевиков. Там погиб ее муж. Кора – хороший агент и могла запудрить голову не только нам, но и тебе. Я понимаю, к чему ты клонишь, Зарина, но… Что? Но ты не понимаешь людей, вот что. Руководить операциями – это не лежать под пулями. Для тебя человеческая жизнь – это всего лишь цифра. А для тех, кто в поле, жизнь – это единственное, что у них есть. Ержан, оставь эту поэтическую иронию для мемуаров, ладно? Еще посмотрим. Где вы, ребята? Подключайтесь уже.
Кто же из вас? Да, Бурхан. Как обстановка? Пока все тихо, брат. А ты уверен, что нападение будет именно на мой лагерь? Полной уверенности нет. Мы можем только предполагать. Но если бы я мыслил, как их спецслужбы, у меня было бы только два варианта. Или лагерь, или штаб. Так что мои бойцы тоже готовы. Да, ты прав. Мой лагерь ближе всего к миротворцам. Значит, сегодня... Неважно, сегодня приедут или завтра. Важно, что они приедут. Ты разворошил осиное гнездо. Казахи не успокоятся, пока не заберут своих на родину. Теперь из-за твоей глупости мы потеряем еще больше людей. Я хотел как лучше, Джафар. Ты же знаешь. Но я извинился перед тобой. Какой толк от твоих извинений? Твоим словам нет веры. Ни один твой проступок не меняет тебя. Джафар, я уже все осознал. Клянусь Аллахом, если я доживу до завтра, ты меня не узнаешь. Ладно. Сейчас не время для нравоучений. Если твой лагерь начнут атаковать, дай знать. Мои бойцы готовы к встрече. Продержимся, Джафар. Будь уверен. Хорошо, будь на связи. Бурхан! Все готово. Наши братья заряжены по полной. Машаллах. Расставляем новые сицы. Когда прибудет отряд Джафара? Как дам приказ, иншаллах. А почему ты его еще не дал? Сами справимся. Докажем Джафару, что мы достойные воины джихада. Бурхан, может, стоит позвонить, пусть отряд выдвигается. Если эти джахили увидят здесь много наших братьев, они 100% испугаются и отступят. Джамал, как ты не можешь понять? Этим тагутам дан приказ, и они его исполнят, что бы им ни стоило. Бурхан, как ты не можешь понять? Если у нас здесь будет много наших братьев, у нас больше шансов выжить. Кто здесь главный? Быстро выполняй приказ! До лагеря метров 200. Машину могут заметить. Дальше пешком. Выгружаемся. Проверим связь. Базу включила? Раз, два, как слышно? Я тебя слышу. Есть связь. Слышу всех. Ураз, Ураз. Позицию занял. Отлично, Ураз с нами. Что видно? Объект находится на 8 часов. Вижу
шестерых боевиков. Готов убрать по команде. Веду наблюдение. Я тоже готов. Давно не стрелял. Ержан, на связь. Ержан. Кора, я здесь. У меня все работает. Сигнал со спутника есть? Есть сигнал и есть картинка. Пока все тихо. Движения не вижу. Хорошо. Не пропусти их. Я слежу за ним, не переживай. Вы у меня как на ладони. Если вдруг начнется заварушка, я подскажу, кто из вас где, чтобы вы друг друга не перестреляли. Новые водные есть? Все по плану. Батя дает добро. Тогда передай бате привет и скажи, что с него беж, когда вернемся. Слышу, настрой у вас боевой. Особенно у меня. Я беж люблю. Удачи вам, ребята. Если все готовы, работаем. Пошел. Когда подойдем к объекту, ура снимает часовых. Заходим на территорию, прочесываем весь периметр. Огонь по готовности. Ураз. Прикрываешь. Понял. Бурхан. Бойцы на своих позициях. Периметр полностью перекрыт. Если проникнут на территорию, попадут под перекрестный огонь. Беженцы под надежной охраной. Кто с ними? Султан и Махди. Скажи, чтоб привели ко мне беженцев и женщин. Я сам за ними пригляжу. Бурхан, уже поздно что-то менять. Гости будут с минуты на минуту. Успею. Как знаешь, брат. Почему нас переводят? Не знаю. Закрыли пасть! Ну что-то будет, это точно. Колон, быстрее, быстрее. Шевелитесь! Ураз, мы готовы. Стоп. Что-то не так. Что не так? Движуха непонятная началась. Боевики ведут толпу куда-то. Это, видимо, наши пленники. Женщины и дети тоже там. Они знают, что мы здесь. Еще не факт, что знают. Может быть, просто совпадение. Это засада, Кора. Четверо по углам. Четверо на фронталке. Весь периметр блокирован. Что будем делать, Кора? Надо менять план. У нас есть кое-что для запасного плана. Пошли, пошли, шевелись! Шевелись, собака! Бурхан, что происходит? От кого вы нас прячете? Сядь, собака!
Если хотите убить, убейте! Только обещайте! Убивай, Бурхан! Убивай, говорю! Что ты? Убьем! Убьем, вот только расправимся с твоими земляками! Казахстанская спецслужба? Да. Что? Надеюсь, что спасут? Не надейся! Не надейся! Мы сегодня их скормим червям! Они запомнят этот день. Жаль, что ненадолго. За каждого убитого моего бойца вы расплатитесь своей жизнью. А ты с тобой у меня будет отдельный разговор. Ты понял? Шайтан. Пошли. Предупреди Бурхана! Да, Бурхан. Захар, именем пророка прошу, помоги. Едем. Рашид, по машинам. Да. Давайте, ребята, так их. Два минус, держу. Пошел. Ураз, проверь периметр. Ваши люди мертвы! Сложите оружие и выходите с поднятыми руками! Я вам обещаю, мы вас не тронем! А теперь слушай меня, женщина! У нас ваши граждане! И все под прицелом! Не дай Аллах, вы начнете стрельбу! Мы сначала убьем детей, а потом женщин! Мы готовы к переговорам! Кто главный? Я главный! Меня зовут Бурхан!
Дальше действуем так! Вы бросаете оружие, отходите в сторону! Мы спокойно выходим и уезжаем! Вам беженцы, нам свобода! И это не просьба! Мы сделаем так, как ты хочешь, Бурхан! Слышишь? Я иду к вам. Слышишь, Бурхан? Оружие на землю. Хорошо, твоя взяла. Оружие на землю. Видишь, Бурхан? Мы безоружны. Теперь ваша очередь. Быстро! А теперь луки в гору и поверни спиной, чтобы я видел. Не убивай. Убивать безоружного не по-мусульмански. Да ты что, правда? Наверное, ты так никогда не делал. Никогда. Никогда. Ты сообщил штаб о нападении? Клянусь Аллахом, я никому ничего не сообщал. Он врет! Он звонил в штаб! Они уже едут! Скоро пора уходить! Если вы не убьете, то я сама! Будь ты проклят, Бурхан! Когда они успели все это сделать, брат? Или это разводка? Давай я пойду проверю. Стой, некогда проверять. Едем в объезд. Все по машинам, быстро. Они уйдут. Мы не успеем их догнать. Иншаллах, успеем. Быстрее, быстрее. Все заходим в автобус. Скорее, скорее. Подождите, пожалуйста. Посмотрите внимательно. Вы знаете этих людей? Да, знаю. Это Махмуд. Бурхан убил его, а жена его с детьми сбежала. Ясно. Заходим. Я пытался его завести. Бесполезно. Но это мы еще посмотрим. Илюха, что там у вас? У нас нет времени. Знаю. Я заставлю его поехать. Скорее. Пробуй. Еще! Подожди! Я говорю, не получится! Подожди! Заводи! Все, все, садимся! Скорее, ребята! Хорошо, что вы взяли с собой механика. Я спецназовец, а не механик. Ребята, скорее! Ладно, я же говорю. Все на месте. Кора, садись, карета подана. Ты уверен, что дорога из штаба надежно перекрыта? На все 100. Им придется поехать в объезд. Ясно. Мы успеем заехать в деревню. Тут недалеко. Это согласовано?
Это необходимо. Кванта, прием! Кванта, слышишь меня? Тенгри, что там у вас? Спутник зафиксировал движение. Штабные уже у метки. Вам надо уходить. Поехали. Поехали. Кора, они поехали в объезд через деревушку. Принято. Мы почти готовы. Могу. Тетя Иша, извини, я вас подвел. Саид, не переживай ты так. Без меня вы бы уже давно были бы в лагере. Кончай работу, у нас закон и обед. Ага, обед. Шеф ждет отчет за последний месяц. Несправедливо все-таки. Мы киллера поймали? Поймали. Саян ему обещал за это отпуск дать? Обещал. А что в итоге? В итоге опять разгребаем бумажки, да? Кстати, сейчас Саян приедет. А что ему дома не сидится? Он на работу обратно потянул. Ну, ты же знаешь Саян. Саян без работы не Саян. Хотя с его талантами ему надо дальше двигаться. Куда дальше-то? Фу, здорово, ребята. Ну, как вы? Саке. Тут без меня. Ну, как видишь, без обеда. Без обеда? А я соскучился, если честно, по работе. Че, Азатыч вызвал? Да нет, никто не вызвал. Просто самому кое-что надо разобраться. Так. Садитесь. Саид, сынок, пусть медленно, но мы идем. Слава Аллаху, мы живы благодаря тебе. Если бы не ты... Если бы не ты... Бурхан нашел бы нас. Саид, ты спас нас. Вставай. Машина. Машина есть. Быстрее, быстрее. Давай. Прячься здесь. Еще чуть-чуть. Потерпи. Чуть-чуть потерпи. Давай, давай. Давай, давай. Саид, прячься здесь. Алина. Тихо-тихо.
Мама! Мама! Не волнуйся, все будет хорошо. Мама, не плачь. Нас не убьет. Мама, не плачь. Машина проехала мимо. Багир. Амина. Саид. Саян, так что ты хотел там проверить-то? Да кое-какие факты. Саян, дело закрыто. Нам не дадут им дальше заниматься. Ты сам что знаешь? Не только не дадут, еще и по шапке всем настучат. Да не всем, мне только. Вот это ни при чем вообще, ребята. Да не в этом дело. Просто зачем играть с огнем? Точнее, с начальством. Да я просто, знаете, правду хочу знать. Странно это все. Я ловлю не язву, а ее через пару дней отпускают. Действующий сотрудник управления по борьбе с терроризмом тоже внезапно вдруг увольняется. Они устраивают сходки с барменом на заброшенном заводе. И вдруг мне ночью с неизвестного номера звонит и приглашают обсудить о моих подозрениях. Вот зачем вот это все? И что тут странного? Саян, ты просто залез в чужую игру. И что они, убить меня хотят, что ли? Я думаю, завербовать. Ну, типа, предложить новую работу. Понял, Кванта, вы у точки. Алло, ваша посылка собрана и готова к отправке. Yeah.
Проезжаем, не останавливаемся. Кора, я сказал, проезжаем, не останавливаемся. Дальше! Кора, я не давал приказ останавливаться! Дети, никому не стрелять! Бросай оружие! Все бросили оружие! Положили оружие! Бросай, сказал! Гони их сюда! Опустили оружие! Приказ! Быстрее! Быстрее брось! Гони их сюда! Жафа! Мы взяли! Может, и сотер? Провоцировать? Вы там заткнитесь!